Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я готова вам представить два очень красивых джемпера, которые мне очень понравились. Я подобрала к ним схемы и буду рассказывать вам, как бы я вязала такие красивые, уникальные вещи. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что даже самая простая вещь может стать особенной и неповторимой, если добавить в нее немного романтики? Именно такой уникальной вещью является вязаный стильный джемпер с рельефными узорами, который способен украсить любой гардероб и стать прекрасным дополнением к вашему образу. В основе узора этого джемпера вязаны оригинальные сердечки, которые на фоне изнаночной глади создают неповторимый узор. Этот узор говорит о глубине чувства нежности, а также символизирует любовь и заботу, которую вы дарите своим близким. Пряжа для такого джемпера должна быть мягкой и теплой, чтобы обеспечить вам комфорт и уют в прохладные дни. Идеальным вариантом, я считаю, станет смесь кашемира и мериносовой шерсти, которая обладает прекрасными терморегулирующими свойствами и долговечностью. Вы также можете выбрать пряжу с добавлением мохера, ангоры, вообще любую шерстяную пряжу, и это придаст джемперу дополнительный объем. В мохере вообще будет легкость придавать визуальную, да? Я считаю, что джемпер лучше всего вязать по классической выкройке. Это позволяет ему идеально сидеть на вашей фигуре, подчеркивать ее достоинства. Но если вы предпочитаете более непринужденный стиль, можно выбрать вариант со спущенным плечом, что добавит вашему образу легкости и непринужденности. Особенностью этой модели является то, что она подойдет практически к любому стилю одежды в сочетании с джинсами или брюками. Он создаст модный стильный образ на каждый день с юбкой или классическими брюками. Идеальный вариант для работы или деловых встреч. Считаю, что такой образ будет прекрасно смотреться в ансамбле с жилетом, связанным таким же узором. Он дополнит ваш образ романтическими нотками. Жилет, связанный в классическом варианте, прекрасно подойдет для создания офисного образа или даже для торжественного мероприятия. Считаю, что цвет для такого джемпера можно выбрать абсолютно любой, исходя из ваших предпочтений и настроения. Ну, к примеру, классический черный или белый цвет подходит для деловых встреч. А если вы свяжете такие модели из ярких каких-то оттенков, выберите, то вы создадите прекрасный модный образ. Носить такой джемпер можно с чем угодно, с любимыми джинсами, строгими брюками, юбкой. Главное – подобрать аксессуары, которые подчеркнут вашу индивидуальность и завершат ваш образ. Сейчас я покажу вам более детально. Давайте приблизим эту модель и посмотрим схему, рекомендуемую выкройку уже с нанесенными размерами. То есть поговорим более детально. Давайте укрепним картиночку, девочки. Смотрите, у нас высокий ворот. У данной модели используется двойной ворот, связан резиночкой 2 на 2. Вообще в отделке низа рукавов, низа самого изделия у нас используется резиночка 2 на 2. Затем идет на фоне изнаночной глади прекрасный этот узор в виде сердечек. Такой он весь милый и симпатичный, рельефный, очень стильно смотрится. Цвет кофейный прекрасно подойдет, спокойный тон этот можно использовать в повседневной жизни. Если вы выберете белый цвет, как уже я говорила, это будет нарядно очень выглядеть, тепленький за счет того, что высокий ворот. Если выберете прекрасную теплую пряжу средней толщины, то обеспечите себе не только комфорт и красоту, но и еще уютный будет теплый свитер. Далее, конструктивно вы можете его вязать как со спущенным плечом, так и в классической выкройке. Смотрите, у нас здесь будет использоваться несколько видов узора. Значит, центральный у вас узор будет, я схему покажу чуть позже. Затем, смотрите, у нас здесь идут соты. Узор. Ну, вот эту схему по рукаву я не рисовала. Я считаю, что достаточно пустить по центру рукава либо вот этот вот мотив
центральный самый, где у нас имитация сердец идет, да, вот, это будет более смотреться лаконично, все в едином как бы стиле узора. Так, дальше, смотрите, вот так еще у нас можно связать. Видите, да, здесь используется еще вот такой вот вариант узора подходит. То есть в разных вариантах можно вязать таким узором джемпера. Это вот у нас рукава реглан идут. Здесь у нас используются жгуты еще, вы видите, вписываются. И вот этот узор тоже очень красиво и стильно смотрится на фоне изнаночной глади, вывязываются все эти узоры. Схему я вам тоже продемонстрирую. Но, конечно же, в основе опять-таки этот самый узор, который вот, вы видите, центральный мотив у нас. Дальше. Выкройку, которую я бы вам порекомендовала, это вот такая классическая выкройка. Размеры попадают вот по ширине, ну, высоту изделия, длину изделия вы сами определите по своему индивидуальному росту, по своим меркам. А вот ширина, в принципе, подходит на размеры. Первый размер 42-44 российский, второй размер это будет, получается, 46-48, и третий размер прекрасно подходит по объему на 50-52. Смотрите, вот в таком же варианте у нас выполнен жилет. То есть два узора у нас используются, как вы видите, зеркально, симметрично. А здесь по центру идет узор в виде бабочки аранской. Видите, да, вот в самом-самом центре. То есть здесь вариаций много. Классику можно использовать своеобразным вырезом, выкройку. Ту же самую выкройку, только вырез делать V-образный. И вот я вам классику хотела показать этого узора. Смотрите, тоже нашла на просторах интернета вот такой прекрасный джемпер в таком ультра-сиреневом цвете. Такие же мотивы, центр у нас. Здесь идет опять-таки рельефные жгуты от центра зеркально-симметрично. И вот этот мотив тоже повторяющий имитацию красивого рельефного сердца. Лицевая гладь у нас здесь используется по рукавам. То есть узор вообще решил автор не вводить. То есть, в принципе, тоже это очень-очень оригинально придумано. То есть включайте свою фантазию, девочки, и у вас будет ваша индивидуальная модная вещь. Смотрите, давайте вот такую я выкройку вам сразу покажу сейчас. Это если вы захотите в свободном, непринужденном стиле выполнить свою модель. То есть здесь довольно-таки свобода облегания большая берется по объему, видите, да, по ширине изделия. Вяжутся все эти изделия, в принципе, отдельными деталями. И затем идет сборка, сшиваются по бокам, по плечам, как это обычно делается. Тоже делайте скрин. Здесь у нас спущенное плечо с небольшим скосом. И рукав у нас, вот, пожалуйста, в правой части. Размеры, длину изделия под себя индивидуально, пожалуйста, корректируйте. Теперь давайте схемы. Смотрите, вот вам схема, девочки, приближаю. Это схема нашего имитации сердечка. Это не центральный узор, как вы уже поняли, а это узор, который берется у нас в классическом варианте, используется. То есть тот вот сиреневый джемпер, который я вам показывала, и, в принципе, еще этот вот такой темно-темно-синий джемпер был с рукавами реглан. Там используются вот такие вот узоры. Далее, это основной центральный узор у нас схема. Здесь у нас лицевая гладь показывается вертикальной черточкой, а изнаночные петли у нас показываются пустой клеточкой, и горизонтальная черточка тоже обозначает изнаночную петлю. Вот здесь все, в принципе, вот раппорт указан. 18 рядов, и ширину вы сами посчитаете, я не считала. Вот про эти вот узоры, которые я нарисовала от руки, с левой стороны это жгут на 4 петлях. Он тоже используется у нас с вами в моделях, которые с рукавами реглан и сиреневый цветом, классика. И вот этот узор соты
тоже, вы видели, он используется у нас в самом первом изделии, которое в свободном стиле, то есть вот этого кофейного цвета. Прекрасно смотрится, еще раз обращаю внимание, жилет. То есть, если у вас есть желание что-то такое более офисное создать, свяжите себе жилет такой красивый. Ну и, конечно же, самый оригинальный, мне кажется, самый интересный вариант – это вот такой кофейный джемпер со спущенным плечом, используется в виде свитера. Но, опять-таки, ворот, высоту его вы можете регулировать для себя, то есть сделать его более коротким, не двойным, можно вообще связать по своему желанию. Резинку также на отделку можно использовать один на один, фантазируйте. И вот здесь узоры соты по рукавам, видите, используются. Пожалуйста, комбинируйте узоры и получайте свой индивидуальный джемпер. А сейчас переходим ко второй модели. Начну издалека. С самого начала истории человечества вязание было одним из самых популярных видов рукоделия. Оно помогало создавать теплую, красивую одежду, а также украшать дома. Сегодня я хочу вам показать вязаный стильный джемпер, который стал настоящим символом моды и стиля. Он мне очень нравится. Он был создан брендом Shein, китайским брендом, и связан аранскими узорами. Это один из самых популярных стилей вязания, который уже много лет создает массу прекрасных образов. Эти узоры пришли к нам из Ирландии, Шотландии, и они стали настоящей находкой для мировых дизайнеров. Аранские мотивы часто используются в коллекциях таких известных брендов, как Chanel, Louis Vuitton и других. Обычно аранские узоры вяжутся на фоне изнаночной глади, что придает им особую выразительность и красоту. Они могут быть выполнены в разных цветах и оттенках, и это позволяет создавать уникальные и неповторимые образы. Нейтральный бежевый в нашем случае прекрасно, как вы видите, стильно смотрится. Для вязания такого джемпера лучше всего я бы посоветовала использовать пряжу, которая будет соответствовать сезону. Для зимы, конечно же, это пряжа из смеси альпаки, мериноса и акрила. А для лета хлопок или лен. Можно добавить вискозу. Выкройка для такого джемпера, конечно же, классическая, как в нашем оригинале, или со спущенными плечами, если вы хотите более непринужденный, свободный стиль. Это, конечно, зависит от вашего вкуса и предпочтений. Ну, что я еще хотела бы сказать про эту модель? Особенность джемпера, конечно же, в его универсальности. Его можно сочетать с самыми разными предметами гардероба. Можно создавать множество образов на каждый день. Например, его можно надеть с джинсами и кроссовками для прогулки. Использовать юбку-карандаш и каблуки для делового обеда, например. Да? Цветовая гамма тоже может быть очень разнообразной. Можно выбрать классический черный, серый цвет, который подойдет к любому образу. Вы можете выбрать пряжу яркого цвета, и это сделает вас заметной и стильной. Вот таким образом выглядит у нас классическая выкройка. Здесь размеры, как и в первой модели, для, я уже называла, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Классика, рукав с окатом. Схема у нас используется, центральный мотив, это верхняя схема. 12 рядов. Здесь у меня показаны нечетные лицевые ряды. Изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. Условное обозначение. Горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Вертикальная черточка – лицевая петля. И вот эти знаки – это перекрещивание налево. И это, соответственно, зеркально направо перекрещиваются петельки. Нижний у нас узор занимает в ширину 10 петель, тоже 12 рядов. Вот. И, как вы видели, это зеркально-симметрично с двух сторон вяжется от центрального мотива. Вот этот нижний узор, мотив. Смотрите, у нас узор вяжется на фоне изнаночной глади, то есть только перед используется у нас для вязания узора. Остальная часть деталей связана лицевой гладью. То есть рукава и спинка, как вы видели, это лицевая гладь.
И я желаю вам, девочки, удачи. Не забывайте, что у меня есть видео, для кого составляет проблему расчеты. Посмотрите мое обучающее видео. Ссылка есть под данным видео, будет ссылка в инфобоксе. Часто вы многие не находите его, но он есть в виде текста. Там пишется вся нужная информация под видео. Так, и там же будут вот ссылочки на обучающие всякие дополнительные, как рассчитать расход пряжи, кстати, ссылка тоже под видео есть. То есть все для вашей информации, все абсолютно бесплатно. И расчет расхода пряжи, и как сделать расчеты самого джемпера, из чего начать. Все абсолютно бесплатно и в доступной форме изложено мною. А сейчас, мои дорогие, до новых встреч!